А сейчас ненадолго отвлечемся от Калеи и перенесемся в Грецию. Там мигранты тоже напомнили о себе. Видео с огоньком в прямом смысле. На знаменитом острове Лесбос нелегалы сожгли собственный лагерь. Не дотла, конечно, но вот несколько бараков приказали долго жить. Беженцев не устроили проволочки с оформлением их документов. Всем же хочется поскорее на материк, в Германию. Вот пара десятков горящих парней стали забрасывать строение камнями, а потом и вовсе подожгли их. Полиция задержала 70 человек, но учитывая, что в Греции таких молодцов 60 тысяч, волонтерам стоит запастись огнетушителями. Ну что ж, и сейчас возвращаемся в Кале. У нас есть возможность посмотреть оттуда прямую трансляцию. Полицейских все больше, они выводят постепенно одну семью за другой. Ну что ж, вот мы видим полицейских, и беженцев не так много, но в любом случае они, видимо, где-то в другом месте готовятся к посадке в автобусы. Их, напомню, повезут в другие районы Франции, а может быть, депортируют в те страны, через которые они, собственно, и въехали в ЕС. Но пока все спокойно. Вот мы видим множество полицейских, они тоже спокойны. Вот люди с бейджиками тоже присутствуют. Это, скорее всего, волонтеры. И очень много журналистов, чего греха таить, все ожидают, что начнутся столкновения, им удастся сделать какие-то горячие, сумасшедшие эксклюзивные кадры. Но пока все спокойно, хотя кто его знает, как будет дальше, непонятно, что на уме у мигрантов.